Я написал Всероссийскую олимпиаду по математике в 2010 году на призерский диплом. И случайно увидел в интернете рекламную запись о том, что есть олимпиада для моего уровня. Мне очень нравится этот формат, когда можно тряхнуть стариной и, в общем, посоревноваться с себе подобными. Тем более, как в математике есть заинтересованность. Я другу на себя ВКонтакте разместил объявление о том, что эта олимпиада проводится. Ну, я решил поучаствовать. Ну, мне понравились задания, такие необычные были. Было небольшим открытием, что надо писать еще сочинение. Я думал, будет только математика. Вот. Каждый год у нас появляются какие-то новые категории. Я составляла задания только лишь для категории ЕГЭ. И в этом году в эту категорию впервые вошло задание по русскому языку. Мы с ребятами писали сочинение. Я пришел писать категорию профи, потому что я выпустился уже, сколько получается, 7 лет назад. И просто узнал, что есть олимпиада, на которой можно порешать сложные задачки. Они были на разные темы, их было очень интересно решать и объяснять. Удивило на самом деле, потому что я видел и формат заданий, и достаточно разносортные участники. Так что, ну как бы, мне все понравилось. Я люблю вообще соревнования, так что приятно, когда можно не только тренировать, но и участвовать. Мне очень понравилась вся этот баттл. Во-первых, он математический. Во-вторых, математика все же не такая слабая, как бывает в многих школах. Задачки, да, сложные. В прошлом году было сложнее. Да, категория профи. Ну вот, как тут коллега заметил, нужно подтверждать квалификацию, но получается не всегда. Ну, в моей категории достаточно трудные, хотя надеюсь, что то, что я решил правильно. Мне все задачки понравились, среди них были действительно нестандартные, примерно вот на мой уровень, может быть, на чуть повыше. Сложные были задачи? Ну, некоторые сложные, некоторые простые. Большинство я так и не решу, по-моему. Конечно, что-то правильно, конечно, что-то неправильно. Я решил почти все, так что буду ждать результатов. Для меня это уже второй батл. В прошлом году я, правда, писал другую категорию, открытую. В этой решил попробовать написать профи. Ну, в общем, почувствовал весь смысл фразы, которую любят говорить мои коллеги: профи должны страдать. Когда мы пришли, я на самом деле думала, что задачки будут, ну, легкие, не очень сложные. Но когда я пришла, я поняла то, что нужно будет хорошенько подумать, то, что они были достаточно такие сложненькие, и нужно было включить свой мозг, чтобы их решить. Школково дало мне очень много, потому что с 23 баллов я набираю теперь 80. В целом, очень рекомендую всем талантливым студентам. Конечно, я очень рад, что мне представилась такая возможность, чтобы свои баллы по экзамену подтянуть. Я-то сам тут не занимаюсь, занимаюсь отдельно. Вот. Ну, в принципе, мне очень понравилось. Все, кто участвовал, молодцы. Школа классная, мне тут нравится. Хорошая среда. Не знаю, что еще, кого похвалить.